Россию спасет. Вот как раз вот эта национальная идея, патриотизм. Потому что ведь мы шестая часть суши. Вы представляете, как нам тяжело, в каких невероятно разных экологических условиях мы живем. И это что за территория, как ею вообще управлять? И вот эта национальная идея патриотизма, она, мне кажется, может объединить вот эту большую территорию.